Все для того, чтобы быстро помочь тем, кто в этом нуждается. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Мор, у жителей региона есть запрос на развитие службы скорой медицинской помощи. В 2022 году медикам было передано 44 новых, оснащенных самым современным оборудованием автомобиля. Еще 3 таких машины пополнили парк службы медицины катастроф. Сейчас, в преддверии профессионального праздника, 9 новых автомобилей получила станция скорой медицинской помощи областной больницы номер 3. Мы все понимаем важность и нужность скорой медицинской помощи, потому что это экстренная служба, которая реагирует в первую очередь, она на рубеже стоит. С кадрами у нас здесь, к счастью, проблем нет. Работают у нас самые лучшие. Отбор идет буквально с первого курса Тобольского медицинского колледжа. Вот. Ну и, безусловно, нам очень сильно хочется поддержать технологически наших коллег. Для тяжелых пациентов вот дыхательная аппаратура для респираторной поддержки, конечно же. Вакуумный аспиратор тоже современнейший. Ну и при критических состояниях, как я уже говорил, это дефибриллятор. Средний срок службы машины скорой помощи не больше 5 лет, поэтому автопарк нужно пополнять постоянно. На Тобольской станции он полностью обновился. Машины оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет оказать экстренную и неотложную помощь на месте вызова или по пути в больницу. Сам уже опробовал. Автомобили очень хорошие, современные, салоны просторные. Автомобиль идет очень мягко, тоже это скажется на здоровье наших пациентов положительно. Автомобили полностью оборудованы в соответствии с требованием нормативной базы. То есть у нас есть все. Сейчас в штате станции скорой помощи областной больницы номер 3 более 80 фельдшеров и 50 водителей. Ежедневно 12 мобильных бригад выходят на работу, за смену выполняют до 150 вызовов. Кроме города, медики на машинах постоянно дежурят в отдаленных участках Тобольского района, чтобы быть максимально близко к пациентам или пострадавшим, например, при ДТП. Светлана Галикова, Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.